Здравствуйте, подписчики моего канала, мой канал Джека Фрост, ответ просто Джека Фрост. Всем здравствуйте, это Сити Кар Драйвинг. И сегодня мы посмотрим пользовательские машины и хотелось бы заострить внимание. Естественно, мы выбираем свободное вождение. Так, транспорт. Peugeot 406. Можно сказать, машина актер в фильме «Такси». Как бы благодаря фильму «Такси 2» стала всеобщей любимицей. И мне она очень нравится. Поехали. Единственное, тут есть одна особенность. Тут нету ни тормозной системы, ни АБС, ни автоматической коробки передач. Поехали. Простите меня, я странно, но даже ничего не сказал. Вот начинается, блин. О, пошла жара. Я, правда, на встречку и так далее, и тому подобное. Где тут встречный пол твой идет?
Так, теперь смотрите, что делаем. Переводим нейтральное положение. И ведь загружен так. Это как это? Это как это меня затравили в воздухе, что ли? Я понять не могу. Мне, честно говоря, заправка невозможна, на вашей карте закончились доступные топливо. Это пополнится 25 раз и некоторые низкого уровня топлива. Ну, короче, тогда что, поехали. Стартанул, ну сейчас. Я вот глаза разуй, включаю поворотник. Сейчас тебя высажу, блин. Сдолбал, блин. Поворотник, успокойся. Вот это забавная история произошла.
зеркалами зацепиться, как с дымом. Не такого попали, как это. Хачка. Почему нельзя это называется? Какой же платный. Друзья мои, а такой сиденький драйвер мне вообще внимание не кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, с вами был Жиг Рост. Вот это тебя устроит. С вами был Жиг Рост, и пока-пока.